Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев. Наступили теплые дни. Активизировались не только мухи и дачники, но и художники, работающие на пленэре. Нам тоже пора собираться. Если у вас есть этюдник, то для акварели потребуется самый минимум. Склейка бумаги, палитра и краски, салфетки, вода, конечно, кисточки. А банку мы забыли. Если я забыл банку для воды, то жертвую листком бумаги. Ну вот как-то так. На два этюда хватит. Многие скажут, что крепить бумагу скотчем лучше. Но когда я впервые вынужден был сделать такую банку, скотч, конечно, изобрели, но в нашем городе об этом не знали и не продавали его. Конечно, скотч лучше, но... Еще лучше ничего не забывать.